Севастопольские работодатели сетуют на дефицит в городе квалифицированных рабочих. Среди молодежи рабочие профессии непопулярны. Есть проблемы и перекосы в организации профессиональной подготовки. В процессе реформ, проводимых в образовании, произошел определенный перекос. Увеличилась численность высших учебных заведений и уменьшилось количество, к сожалению, образовательных организаций начального профессионального образования. Это привело к падению качества обучения и росту выпускников с низкой квалификацией. Практически разрушена ступенчатость подготовки специалистов в колледжах, которая давала возможность молодым людям быстрее адаптироваться к производству. В ходе круглого стола участники обсудили особенности молодежного рынка труда в городе, возможность создания производственной базы для прохождения практики учащихся, а также формы содействия молодежи в построении успешной карьеры. Мы должны услышать, а кама грядеши, а куда идем, да? Вот у нас было вчера... Мы готовили кого? Экономистов и юристов, да? Нам не хватало экономических и юридических знаний. Наготовили. Слесаря-токаря пропали. Так вот, услышать и понять, что нам нужно не сегодня, а завтра и послезавтра, вот я думаю, что вот эти вопросы и требуется обсудить на нашем круглом столе. В Севастопольском центре занятости подчеркивают, уделяют особое внимание трудоустройству молодежи. На учете стоит всего 55 безработных молодых специалистов. В процентном соотношении это намного меньше, чем в других регионах Российской Федерации. Сергей Краснослободцев, Александр Дементьев. Информационный канал Севастополя.